День семьи в Казахстане ежегодно отмечается в первой декаде сентября. В рамках этого праздника отдел физической культуры и спорта организовали для горожан конкурс «Папа, мама, я. Спортивная семья». Также у нас ко дню семьи Республики Казахстан организовано будет соревнование «Папа, мама, я. Спортивная семья» тоже в городском парке культуры отдыха «Шахтер». Всего было 7 туров. Эстафета «Дружба», «Ходьба по следам», конкурс «Пап и мам», а также «Детский». Заключительным туром стал этап «Тоннель». Глава команды «Пумба» Жанат Беков работает в специализированной пожарной части номер 14. На соревнования он привел свою семью, супругу и двух детей. Поздравляю всех с наступающим Днем Семьи. Желаю всем здоровья, чтобы такие соревнования часто были в нашем городе. Всех с праздником! Мы рады, что у нас проводят такого рода соревнования. Благодарим организаторов за мероприятие. Думаю, мы показали свою сплоченность. Турнир прошел хорошо, все было интересно. Наша команда называется «Пумба». По итогам определены победители. Ими стала семья Кызылбаевых. На втором месте семья Каримовых. Победители получили грамоты и денежные призы. Всем командам-участникам вручили утешительные призы, а детям сладкие подарки.